Как вы думаете, почему на дорогах появляются пробки? Светофор горит красным, и там едет куча машин. И вот, и там очень много стоит. То это получается пробка. Ну, из-за аварии. Ну, да, из-за аварии. Может, там что-то строят. Ну, и может, из-за потопа. Много машин. И так можно полчаса там стоять. Можно даже час. 130 секунд ждешь, 20 секунд едешь. Вы сами попадали в пробки? И где? Да. Да, я много раз попадал. Ну, на мосту. И когда я в деревню ехал, почти всегда это было. Вот, я сегодня попала в пробку, когда горел красный цвет, а мы не успели проехать. А кто может объехать пробку? Скорая может, только когда что-то важное вызов. Скорая помощь, полицейские машины, строительные машины. И еще пожарные. Потому что им надо уступать, вдруг что-то срочное. Там грабитель, пожар, заболел кто-то. Что делать, если тебе уже надоело стоять в пробке? Куда-нибудь свернуть. Объехать. Смотреть мультики. Побибикать, да. Или просто выйти, посмотреть, что там, ну. И как-то назад объехать, это как-то назад поехать. И другой дорогой. А как сделать так, чтобы их не было? Нет. Нельзя. Нельзя, потому что будут аварии. Аварии, и люди на этой планете уже будут кончаться. Если будет всегда гореть зеленый цвет, может произойти авария.